ребята, доброе утро. Я на работу. Сегодня суббота, но влог у меня выйдет в день Пасхи. Всех поздравляю со Светлой Пасхой. Вот такая погода, видите, я одета уже тепло. У нас не плюс 24, минус 3. Снег даже пролетал. И вот такая вот туча затянута. Машин полным-полно, видно, никто на дачу не поехал. Смотрите, весь двор. Вот, потому что обычно раз, и люди в пятницу уже собираются на дачу. Вот в те выходные было тепло. Ну, а мы отправляемся в магазин. У нас, кстати, такие цветы завезли, орхидеи, прям крупные, обалденные. 800 рублей цена. Вот их так хорошо разбирали. И еще что, в магазине у нас стряпают такие пасхи, есть вкусные прям, и творожные, и какие-то еще разные, цены разные. Вот, ну немножко сейчас поснимаю что-нибудь для вас. Ну а я вечером буду яйца красить, подготавливать, потому что с наклейками, и пасху тоже делать. Видно вам, снег пролетает, смотрите. Представляю, с работы выйду к вечеру, будет все в снегу. Как вам такое? Я уже вся в снегу. Уже одежда в снегу. Еще ветер такой противный. Ну, все, трава уже, все накрывается снегом. Вот такие вот орхидеи. Были большие, белые вообще. Их раскупили. Прикольно, да? И вот хотела пасхи поснимать. Маленькие 24, вот такие 49, такие 99. Еще сейчас навезут всяких. Девчонки, ну все, домой пришла. Ты раздевайся, раздевайся. Сейчас, быстро переоденусь. Яйца еще взяла, что-то получилось. Так, со скидкой 47 рублей за десяток. Вот, и кулич, девчонки, очень сейчас вкусные. Он просто обалденный. Это вот у нас на работе пекут. Это его еще не было, когда я утром снимала. Сейчас, папа, попробуй еще закурить. 145 рублей. Он прям. Он, знаете, как такой сливочный, как мороженое. О, сейчас, папа, такой кулич еще не пробовал. То я Пасху пробовал, сегодня мамина Пасха. Так, бабуля тут наготовил, да? Картошка там достаточно котлеты для тебя. Ну, есть картошки, хватит. А, пюре, да? Ну и вот картошечки. Ага, все. Сейчас кинешь. Ну, вот попробуем, где вот интересная реакция. Сейчас попробую. Хорошо, Аня кулич не ест. Мама купила шоколадный кулич папе. Ой, поделись со мной. Нет. Подожди, нет. Ну, как, с тобой поделись? Поделись со мной еще одним кулечом. Ты не делишься, а я расстраиваюсь. Пока маме помоги. Мне же на душе будет грустно, если ты мне не дашь. Я тебе фантики оставлю. Фантик? Да. Такие шутки, это шутки. Да, доченька, ну я шучу, малыш. А если без шутки, смотри, кулич он вкусный. Очень вкусный. Ань, ну конечно, дадим, что ты как это. Я специально мама даже тарелочку пробовал такой. Я даже тарелочку пнул. Где я пробовала, я не пробовала. Ты на работе же пробовала. Ну у нас там дегустация. Вот дегустация. Ну вот дегустация, все, оставь нам, это сейчас дележку. У тебя вон целую Пасху, вон для тебя Пасха целая. Понимаешь? Ну, вот я тоже такой хочу. Не знаю, здесь Аня, у Ани фантик только ест. Кого? Ну ладно, сейчас. Оставляй давай. Всем сейчас кулич дадим. Иначе я расстроюсь. Я тоже расстроюсь. Он похож на йогурт. Я говорю, он это. Это ПВ. Да ты верхушку поешь. Я досмотрю сериалы, тебе. Да правильно, не ешь кулич. Так ты. Ну и что, вкус? Ну ты верхушку посешь. Ну что, не вкусный? У меня верхушку не помню совсем. Я пошла. Еще мне отрежь немножко, я пойду. Я досмотрю и оставлю компьютер маме. А ты тут доел кулич? Да, он с мармеладкой. Я принесла пустую тарелку. Мам. Но. Ну вот тебе еще. Иди одевайся. Одевайся. Вот верхушку попробуй. Ну, сейчас так попробуем. Чай на перс, чай говорит. Ну. Девчонки, чем я буду сейчас заниматься? Короче, раскладываю вот яйца, какие белые хочу, чтобы покрасить не в пленку, а вот этими таблетками. У меня тут, смотрите, целая куча всего прибамбасов. Но когда все это делать, когда мне завтра на работу? Вот сейчас еще изюм надо размочить.
И вот всякая, короче, вот этой лабуды. Подождите, я работаю. Представляете? Вок-то выйдет утром. И кулич, ну, короче, Пасхи есть, да, вот там купили еще, там Пашка покупал. И я хочу еще свою сготовить. Я тоже Паша просил, потому что я в хлебопечке буду готовить. Вот, хочу изюм добавить и все ингредиенты по книжке. Я уже не первый раз так делаю. Потому что всякие вот глазури, посыпки, целая куча. Куда-то же надо девать. Вот сейчас я смотрю, сколько надо яиц отварить. Сейчас потом покрасить. И надо как-то, я не знаю, вообще все это успеть. Вот такие дела. С вами поболтать. Теперь я дегустацию делаю. Пока у меня камера не села. Хочу кофе попить с Пасхой. Вот с этой вкусной. А вот Пашка сегодня обыкновенную покупал, это тоже в Магните, но они практически, блин, так делают, они обычные по 59 рублей. Тут я уже, у меня яйца варятся, сейчас хлебопечку достану, буду готовить по рецепту. Ну, то есть все закинула и пусть потом буду украшать. Для украшения, виноград мне надо сейчас замочить, чтобы он прям такой мягенький был. А дальше для украшения Пасхи вот глазурь сахарная. Ну, буду как однотонно, мне же одна буду. Я не буду же, там у меня зеленая, еще какой-то цвет голубой. Все в куче, будет один. И как-то по краям вот такие штучки. Завтра уже утром я вам покажу, потому что время будет, скорее всего, ночь. Вот, и перед работой я вам покажу. Так, ванильный сахар, то что-то добавлять. Так, яйца там варятся. А, еще вот посыпки у меня тоже, как бы, с прошлого года остались. И красители. Красители это не все. У меня только так же много для этих яиц красители. И вот такие вот хочу, как его, наклейки. Ну, тоже там наклейки тоже всякие разные. Как со стрекозками, бабочки. И вот такие вот тоже, видите, блестящие, типа наклеечки. Подставка. Вот так что приготовила. Сейчас с вами быстро кофе попью. Так, варится яйца. Наверное, крышку приоткрыть. Кстати, сегодня народу было капец, все к Пасхе реально. Мне знаете, что еще нравится, что молодежь к этому нормально относится, к Пасхе. Это же, ну, все равно, как сказать, большей части как верующие, да, ну, вот. И как бы положительно к этому молодежь воспринимает и также участвует в этом. Блин, я говорю, у меня слюнки текут. Она с творогом. Обалденно. Тут тоже эти цукаты. Классно. Вот эти вот по 145. Видите, у них как вверх, как с шоколадом. Ну так она тяжеленькая. Что-то все какая-то заведенная, быстрее, бля. Вот сколько работы, никогда не помню, чтобы у меня на Пасху был выходной. Вот реально. И приходилось ночью. Ну, либо готовую покупаешь, а мне вот нравится, что своя была хлебопечки. И она как-то и большая получается. И хочется сам украшать. Вот в чем загвоздка. Самим охота украшать. Не, еще Аню подключу к этому. Яйца. Яйца украшать. Пасху-то не знаю, может спать будет. Сегодня так холодно. Так, все, надеюсь, яйца. Сейчас смотрю, два или три треснутых. Но я их буду тогда в пленку делать. Холодно прям реально. Снег летел же, он снимала. Если камера сядет, имейте в виду.
Пашка пишет, вечером купи хлеба. Как бы он покупал днем, они там с Анькой ели небольшую булку. Жигать немного осталось. Я пошла, ни одного черного хлеба, либо там какой-то дорогой остался. Взяла батон такой длинный. Думаю, ничего. Угу. Он тут внизу как цукаты. Не, прикольно, да, она с творогом. Все уже, наверное, сегодня покрасили, сделали, наверное, все заготовили. Я только, блин, вечно. Ладно, впервые, что ли. Все, ребята, закончила я кушать. Дел полно. Всех со светлой Пасхой, всех с Пасхой, потому что видео утром выйдет. Естественно, всем счастья, здоровья, мира, доброты, больше доброты. Блин. Все, всех люблю, целую. Спасибо, что вы у меня есть. Ставьте лайки, комментарии. Все, всем пока, мои дорогие.